Эти руки когда-то использовались для битв. А теперь это всего лишь скромные инструменты для создания мира. Мне нужно понять, кто я на самом деле. Я хочу выбрать свой путь. Жить настоящим. Мои супергеройские денечки сочтены. В июле! Не у каждого бога. Да, есть план. Помни, что я тебе говорил. Чувствуешь себя потерянным? Просто посмотри в глаза людям, которых любишь. Не в мои. Что? Я просто слушаю. Тор 4. Любовь и гром. В июле 2022.